Стой! Блокировка начинается через 30 секунд. Лощина мертвецов. Нашу базу атаковали. Выходы заблокированы. Я здесь одна. Все погибли. Если нужен Адам и его исследование, вытащите меня отсюда! Через сутки двери откроются, и все будет кончено. Проект Симиаза.
Давай, давай. Привет, детка. Как дела? Не очень. Я ни с чем не справляюсь. Я убралась в детское, а потом взялась за кроватку, а там ни один болт не влезает ни в одно отверстие. Хотя кроватка одна. Стой. Почему в экипировке? Ты же сегодня возвращаешься. Я знаю. Еще задание и... Что? Нет. Выслушай меня. Нет. Это задание очень выгодное. Мы купим дом в Кингстоне, так? Я говорю о лучшем районе, где будет лучшая школа. Все будет самое лучшее, ладно? Какой в этом смысл, если ты там погибнешь и не вернешься? Детка, обещаю тебе, что вернусь. Сколько платят? Большие деньги. Маршал просил в последний раз их выручить, и все. Мне плевать, что он просил. Ты же ему сказал? Нет, он еще не знает. Но ты должен сказать. Выбери, наконец, семью, а не работу. О, Джеймс, поезжай домой. Я больше не могу без тебя. Больше не хочу волноваться о тебе. Если ты можешь не вернуться оттуда. Тогда к черту это задание. Эй, когда скажешь ему, а? Что этот ребенок от меня? Заткнись, Джуниор. Молчу. Ладно, мне пора. Хорошо. Буду ждать твоего звонка. Я позвоню, как закончу. Люблю тебя. Что должен сказать? Что? Ну, только что Джесс спросила. Ты сказал? Что должен сказать? Не бойся, я знаю, что ты попросишь. Правда? Что я попрошу? Чтобы я стал крестным твоей дочки. О, класс. Она уже снова моя? Ладно, ты был отцом 2 секунды. Эй, я удивлен, что ты не попросил. При всей моей квалификации и прочем. Но крестный должен быть готов идти на жертвы. Пожертвовать собой. Ты не пойдешь на это. Эй, друг, я за тебя умру. Джуниор, у тебя есть одно достоинство. Это честность. Не теряй его. Оно одно. Вот хрень. Всегда думал, мое единственное достоинство – это то, что я в постели просто зверюга. Опять? Зачем лгать? Что ты скрываешь от меня, бро? Так, красавцы, хватит хурмой страдать. Нам пора. Ладно. Забей это мелочи. Погнали. Я бы попытался тебя спасти, если бы у меня было время. Одно достоинство. Джуниор! Джуниор! Эй, мы разбираем схему. Иди к нам. Да что тут разбирать, все очевидно. Мы спасаем ученую, так? Красавица в меня влюбляется. Мы с ней общаемся, нам классно. Она бросает науку и рожает мне детишек. Ты забыл об отряде, который уже на объекте? Да, лузеры, не сумевшие войти в парадную дверь из-за ядерного заряда.
Четко парни срезались. Да легко. Зайдем прямо с тыла, через их задний проход. Нас не заметят? Да, бум. Фейерверк. Маршал, ты же понимаешь, что не все связано с сексом. Все связано с сексом, Рейдж. Кроме секса. С ним связано все прочее. Слушайте, 8 часов назад наш заказчик, Институт Семиаза, получил сигнал бедствия с одной из баз в Босвании. Этот комплекс – исследовательская биолаборатория, где занимаются расшифровкой генома человека. Базу атаковали силы противника, что привело к большим жертвам среди гражданских. Сейчас комплекс заблокирован, а противник пытается прорваться внутрь. У них есть численное преимущество, ресурсы и артиллерия. Узнав наше местонахождение, смогут уничтожить нас до начала операции. Их разведчики ищут в лесу другой вход, поэтому надо быть начеку. Сигнал поступил от единственной выжившей. Мы должны проникнуть на базу и, не привлекая внимания врага, вытащить ее с результатами исследований. Сейчас там находится наш отряд. Они нашли 2 туннеля для эвакуации. Я присоединюсь к группе Альфа и войду на базу, чтобы найти ученого. Вы присоединитесь к Браво, Мозесу и Притчеру и прикроете нас. Миссия проста. Проникнуть на базу и, не привлекая внимания врага, уйти через туннель для эвакуации. Через сутки в точку заброски за вами прилетит вертолет. Если вас там не будет, придется решать проблемы самим. Знаешь, если бы нам предложили работу под началом моей бывшей, я бы сообщил тебе об этом до подписания бумажек. А я повторяю, что я говорил. Когда это ты говорил мне? Когда я представил ее, я сказал: «Эй, это Рэйчел, моя давняя знакомая». Что? Нет, я думал, вы служили вместе, где-то работали. Слушай, да все в норме, Рэйчел классная. Мы расстались полюбовно. О, рад слышать. Тихо, тихо, тихо. Что, черт возьми, он здесь делает? Приготовились. Все хорошо. Не стреляем. Это проблема. Не беги. Он побежит. Вот и все, сбегает. Это Браво. Давай, надо за ним. Мы не замечены. У нас беглец. Марс, повторяю, вперед! Беглец уходит на юго-запад. Перехватите свидетеля. Перехватите до того, как предупредит противника. Браво, я вас понял. Давай. Идем на перехват. Браво, я вас понял. Идем на перехват. Не видно? Не видно? Молчать! Молчать, я убью! Так, так, так. Беккет, Маша. Мы здесь меньше 5 минут, а враг уже знает, где мы находимся. Поздравляю. Возможно, вы угробили нас. Знаешь английский? Ладно, кто уберет его? Что ты здесь делаешь? Времени нет. Был с металлоискателем. Думаешь, он ищет здесь монетки? Он ищет люк. Так свяжем его. Слушай, парень, мы не хотим вредить, но не можем позволить рассказать о нас. Тебе понятно? Класс. Протяни руки. Они идут. Нефилим идет. Да? Ну, и его возьмем. Это Альфа. Мы вошли в комплекс. Начинаем поиск ученого. Соблюдаем радиомолчание. До встречи на выходе. Ладно, парни. Действуйте.
Смотрите в оба. Мы не знаем, что нас ждет. Эй, Рейдж, с ним что-то не так. Мне это не нравится. Эй, поднимите руки и повернитесь. Что за Черт, именно этого и нельзя было допускать. А Мозес там как? Он мертв. Бек, нужно убираться. Скоро здесь будет целый отряд. Я рядом, Брич. Я рядом. Я с тобой. О, черт, как он там? Похоже на вылет. Дай пару минут, я помогу. Нет, ни минуты, Бек. Идем. Прикрой, ладно? Мозес погиб, и этот умрет. Идем. Прошу, потерпи. Будет больно. Что-то мелькнуло. С тобой все будет в порядке. Он не будет в порядке. Никто из нас не будет. Мы беззащитны в лесу. Нам нужно как можно скорее... Нет, я не уйду. Ясно? Хочешь уйти? Уходи. Но я его не оставлю. Я тебя вижу. Черт. Черт. Бек, времени нет. В полуметре от вас яма. Прич, положим тебя в нее, а потом вернемся. Да. Давай. Ну, вставай, давай. Так.
спрячешься в ней. Тебя здесь не заметят. Я за тобой вернусь. Они где-то недалеко. Прочесать лес и найти. Я убью тебя, ублюдок! Выходи! Что ты видишь? Похоже, это был его брат. Одного я нашел. Да, зря ты не подох. О, черт. Замри! А ты говорил, он мертв. Да, я думал, он мертв. Я найду тебя! Сдавайтесь сейчас! И смерть будет быстрой! Прочесать! Найти! У них пес. Застрели его. То есть предлагаешь нас выдать? А не то притчу конец. Он уже мертв, Беккет. Да стреляй же! Ладно, сзади прикрой. Ну, поехали. Отойдем, маршал. Пошли, пошли! Надо подняться на холм. Магазин все. Я взял пистолет. Впереди овраг. Прыгнем вниз. Что? Здесь есть, есть утес. Вниз, в воду, надо прыгать! Хочешь спрыгнуть, а получше идеи нет? Нет, это лучшая идея! У тебя есть другой план? Нет, нет, согласен, ковбой! Вот хрень. Эй, ложись!
Нашел их? Нет. Мы найдем их ниже по реке. Не приближайся. Пусть приведут к тоннелю. Потом с ними разберемся. Джуниор, где ты есть? Эй, Бэк, иди сюда. Чтоб мне сдохнуть. Ну, пловец Бэкет, каков наш план? Бэк. Что? Я думаю. Может, стоило убить того парня? Пиф-паф, и побежали. О, прости, я не знал, что мы пришли убивать пацанов. Ты так привык? Так поступает маршал? Стреляет в детей и бросает своих? Что ты такое болтаешь? Хочешь сказать, не понимаешь? Сказал, Мозес умер и заставил бросить Притчера. Да, я думал, он мертв. А что до Притчера? Мы дали ему больше шансов на жизнь, чем они дали бы нам. Вот вернемся, потом злись. Да, если вернемся. Далеко до Альфы. Река нам здорово помогла. Полагаю, мы всего в двух шагах. Двигаемся вдоль хребта. Окажемся ниже. Продолжим идти, надеясь, что Альфе повезет. Это здесь. Тут мы входим. Нет, нет, нет. Тут место встречи. Они уже должны быть здесь. Альфа, видимо, ушла. Ждать тут мы не можем. Собаки возьмут след и привет. Что предлагаешь? Я предлагаю зайти на базу, встретиться с Альфой, выйти там, где они вошли, и свалить оттуда. Нет, нет, нет. Надо идти к пункту эвакуации. Слушай. Слушай, нельзя больше здесь ждать. Рано или поздно собаки найдут нас. И вот тогда нам конец. Послушай, если нам повезет... Нельзя вечно убегать. Согласен? Уйдем туда, где их нет. Доверься. Это лучше всего. Ладно? Ну, веди, Джеймс. Пошли. Ты уверен, что нам туда? Если честно, сейчас я ни в чем не уверен. Собаки совсем близко, мы здесь как в ловушке. Надеюсь, я не ошибся, читая карту. Ты что, читать умеешь? Вот черт. Что? Черт, это... В чем дело? Полная хрень. Вот, знаю, должно быть здесь. Может, карта вверх ногами? Нет, карта не вверх ногами. Должно быть здесь. Так. Эй, Джуниор! Что? Я вроде нашел. А? Иди сюда и помоги. Кажется, под камнями. Ладно.
Ты не хочешь говорить? Ничего. Мне не нужна болтовня. А нужно, чтобы ты слушал. Видишь человека? Он зол на тебя. Ты убил его брата. И это плохо. Он хочет убивать очень медленно, если поможешь. Может, я попрошу его, и он убьет тебя побыстрее, а? Кто в мешке? Заговорил. Он звался Витей. Знаком? Слегка. Эту страшную инфекцию остановит только огонь. Мы закрыли главную дверь и заперли всех внутри. Но есть другие выходы и входы. Хотите, чтобы я показал другие выходы? Да. Мы их искали, когда вы пришли и убили наших. Не мы начали. Мне наплевать, кто начал. Джона, важно, кто начал. Да, Джоне тоже плевать. Нужно работать вместе. Открой мешок. Теперь ты видишь, почему любой, пытающийся сюда проникнуть, опасен. Выберется он, погибнут все. Как узнать, что ты не врешь? Никак. Но правда перед тобою. Эй, знаешь, что я должен был сказать тебе? Что? Это последний выезд. Если отсюда выберемся, я тоже сменю работу. Ладно. Это удобно. Да. Где же тело? Мы найдем лучшее применение этим стволам. Да. Ты и Рэйчел, почему вы расстались? Хочешь обсудить сейчас? Да, я хочу отвлечься. Узнала о моем состоянии. Что, об эмоциональной незрелости? Это раз. А два, секс был слишком хорош. Да, это вечно все портит. Нам пора идти. Скоро они пойдут за нами. Меня то, что внутри, пугает. Вот она. Что за хрень? Похоже, во льдах что-то нашли. К черту бабки, давай сваливать. Проект Семиаза.
Хватит играть в детектива. Ты же вводишь случайные пароли. Нет, нет, не трогай. Экспедиция, имевшая своей целью извлечение объекта N из ледника, увенчалась успехом. Но эксперименты на людях оказались ужасающими. Чужая кровь ведет себя как паразит и атакует ДНК человека. Некоторые ученые выдвинули теорию, что этот экземпляр – библейский персонаж из книги Еноха. А раз так, возможно, стоит оставить его во льдах. Возможно… Давай подытожу. Человек возомнил себя богом и создал долбанного дьявола. Помнишь, в воскресной школе рассказывали про падших ангелов и ковчег? Видимо, пропустил. Падшие ангелы надругались над женщинами и создали этот вид монстров, нефилимов, которые стали врагами человечества. Человечество проиграло битву и было на грани исчезновения, но тут Ной сделал ковчег. Бог послал потоп и очистил мир от мерзости. Да. Я явно ходил в другую школу. Это просто легенда, но... Так что, ребята нашли пришельца в леднике и пытались скрестить нас с ним? Достань диски. Да. Доктор Хлоя? Доктор Хлоя? Доктор Хлоя? Эй, Маршал, это ты из прошлого. Ты сейчас в бункере с мертвыми учеными и, возможно, с библейским монстром, так что делай правильные вещи. Брось топор. Доктор Хлоя? Все в порядке. Джуниор, я нашел ее. Все в порядке. Я вас отсюда выведу. Нужно сидеть тихо. Звуки их привлекают. Твою мать! Джуниор, на помощь! Что это за тварь? Они идут. Что?
Они идут. Ты о чем? Он что, не один? Нам нужно уходить. Живо! Да, уходим. Здесь. Кто здесь? Помнишь боевиков-засранцев, да? Они внутри. Хотят нас здесь закрыть. Ну что, сдаемся? Сдаться? Они же вас убьют. Они всех убили. Да, мы с ними встречались. Черт. Что? Прямо здесь. Нам не пройти. Патроны на исходе. Да. Пара последних. Эй, у меня есть идея. Столкнем засранцев с тварью. Нам всем конец, ты понимаешь? Да, 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 нам конец. Идем вперед. Тупица. Никого не напрягает, что мы сюда тащимся? Хотя видели, как в вентиляцию влезла тварь. Нет? Я вообще с кем говорю? Ползти дальше. Он прямо под нами. Нельзя тут ждать. Док, ползем дальше. Выключи это. Сунься, твою мать! Давай, ты, гаденыш, покажись! Ты в порядке? Жесть! Вот черт. Что за хрень здесь творится? Черт! Здесь какой-то долбанный цирк! Вы в порядке? Вы в норме, доктор Хлоя? Нам нужны сраные ответы! О, черт, нет! Я видел такое. Черт. Зачем мы здесь, ковбой? Черт. Вытащите меня отсюда. Пожалуйста. Мы не покинем эту комнату, пока вы не скажете, в чем здесь дело. Это межвидовые гибриды. Гибриды? Гибриды с кем? Полулюди. Полу... нелюди. Что за существа? Это наш объект Н.
Мы взяли у него кровь и создали Адама. Можем уже идти. Тот самый Нефилим, которого ты упоминал? О, боже. Да что с вами такое, люди? Нашли кого-то во льду, оставьте в чертовом льду! Вот как мы сделаем. Нужно найти другой служебный вход. Пройдем из медцентра в инженерный. Надеюсь, по пути найдем Альфу. Нет. Нет, нет, нет. О, что еще? Я ни за что туда не пойду. Почему ты туда не пойдешь? Почему? Из-за чего вы не хотите идти? Там Адам все и начал. И последние 20 часов я стараюсь уйти оттуда как можно дальше. И много этих тварей? Здесь было 22 сотрудника. А сколько было заражено? Все они, кроме одной. Кроме тебя, так? Ты та, что не заразилась. Стоп. Значит, те твари люди? Сотрудники? Может, поубивали друг друга, и их стало меньше. Они не атакуют своих. Это ничего не меняет. Нам нужно пройти именно там. Вся база заблокирована. Вам не пройти туда при всем желании. Нужно наверх. Никак не дойдет. Наверх нам нельзя. Там же целый отряд гребаных боевиков. Тогда зачем привели их ко входу? Кто вы, парни? О, вот класс. Спасибо. Рады знакомству. Так, где подмога, за которой ты посылала? Твой спецотряд. Все мертвы, а мы нет. И ты в дерьме. Мы пойдем туда, с тобой или без. Была информация, что есть еще туннель наружу. Найдем его, найдем Альфу и свалим отсюда. Ты точно в норме? Да. Кажется, тварь убили. А может, она убила их? Похоже, вот он. А кто этот Адам, а? Чем он так важен? Адам — первый успешный гибрид, созданный 30 лет назад. Был привезен сюда для содержания, когда стал нестабильным. И вы посадили его в клетку? Давай, Бэк, долго еще? Сейчас. ДНК объекта N плохо влияла на ДНК взрослого. Единственный способ объединить гены двух видов в эмбрионе. О, класс. Так он из пробирки. И что с ним случилось? Не нашлось титьки для кормления. Никто не спросил, согласен ли он участвовать в эксперименте, и он вспылил. Так все было. Ладно. Морально все нужно согласие, ясно. Готово. Эй, всем стоять! Оружие бросить, а руки поднять вверх! Быстро! Выполнять! Теперь к стене! Быстро! Выполнять! Вперед! Мы здесь не одни. Нет, черт, мы одни! Здесь есть нечто живое, это не человек. Объединимся. Хватит трепаться! Говори потише. Кто скажет хоть слово, получит пулю между глаз. Мне нужна только девушка. Всех остальных могу убить хоть сейчас. Черт. Я в полном шоке вообще. В следующий раз, посылая сигнал бедствия, упомяните, что тут также огромный злобный монстр. Если б знал, я бы подготовился. Нет, зная об этом, ты бы не пришел. Это точно. Так это был Адам? Эй, это Адам? Нет, Адам умер. Его убил Олег. Олег? Кто такой Олег? Он отвечал за содержание Адама. Ух ты, вот поворот. Сиделка убивает пациента.
Ну и чего он тут шляется? Хочет использовать разработки для оружия. А, не как у меня. А, разработки у нее. Эту информацию хотелось бы знать заранее, доктор. Каков план, если выберемся? Заберет вертолет и забудем этот кошмар. Так, нужно пройти вдоль трубы до люка. Где ты взял свою карту? Идем! Спринклер, спринклер. Народ, тут еще! Вдоль какой идти? Вся комната в трубах. Я думаю, это главное. Да что ж все двери-то так малы? Что дальше? Следующий в конце этажа. Хорошо. Это ведь просто, да? Идем. А, черт. У нас проблема. Да, двухметровая, любит убивать. Слово не вытянешь, обожает тебя. Ты не про рыженькую? А то я сам о ней думаю. Мы выйдем не с той стороны горы. Мы не доберемся вовремя. Ладно. Найдем Альфу, убедимся, что при них телефон, изменим точку эвакуации. Ну а если не найдем ваших людей? Я должен вести, так? Карта у меня. Я должен вести. Ладно. А у тебя ствол. Что это значит? Блокировка окончена. Как ты тут? Помоги снять жилет. Аккуратно. Тише, ты будешь в порядке, ты поправишься. Все будет хорошо, а? Да-да, мы нашли ученого. Едем домой, все наладится. Что с ней такое? У нее рваная рана живота. Знаю, знаю. Парни. О, черт. Ладно, ребята, пора идти, а? Надо идти. Рэйч, мы сейчас... Не получится. Она не сможет. Ты о чем? Ладно, ладно. Все наладится, а? Отвезем тебя домой. Вы можете помочь? Поздно.
Инфицированным не помочь. А, черт возьми, да помоги ты ей! Обращается. Ты можешь прийти в себя и помочь ей! Дальше по коридору, медпункт. Найди носилки, чтобы вынести. Да, ладно, ладно, сейчас, я мигом. У нас нет времени. Я мигом. Все будет хорошо. Эй, я справлюсь. Найди для нас выход. Ладно, просто зажимай рану. Я продолжу искать. Ты справишься. Все будет хорошо, эй. Все будет хорошо. Эй, все будет хорошо. Да, все будет хорошо. Черт возьми, что ты наделала? Помогла Рэйчел. Рэйчел. Ты пустила пулю ей в лоб. Попала кровь, не остановишь. Рэйчел обращалась и мучилась. Ты тупо убила ее. Я избавила ее от страданий. Успокойся. Почему не успокоить тебя здесь Тихо! И сейчас, а? Я знала, что происходит, так как видела, что творилось с моими друзьями. Сейчас не время, ясно? Разберемся потом, а сейчас нужно двигаться. Да, но тогда застрелим гребаного ученого и пойдем! Никто не должен умирать! Слушай... Закрой свой рот! Вашего близкого человека не стало. Но чем дольше остаемся, тем опаснее для вас. Ты слышал? В эту дверь могут войти в любой момент. Нам нужно убираться. Пошел. Нет, я не уйду. Ты же не думаешь... Пошел с моей дороги. Нет, постой секунду и по... Пошел! Что с тобой такое? Что такое со мной, да? Что такое с тобой? Я пытаюсь спасти нас. Спаси нас, Бэк! Если бы не ты, нас бы здесь не было! Хочешь сказать, я виноват? Да, это ты виноват! Если бы ты дал Мозесу убить того парня в лесу, мы бы не застряли! Но нет! Ты у нас слишком белый и пушистый, чтобы стрелять! Он здесь. Как, а? Значит, выследил, значит, сумел, да? Хватит! Я здесь, черт возьми! Давай, выходи, покончим! Да пошел ты! Давай, валим! Здесь творите. Иди. Ах ты, тварь.
не сломаю теремок. Спасибо, хозяин. Там просто нечто. Джуниор. Джуниор, ты слышишь? Бек? Черт. Бек, я тут, в морге. Бек, я в морге. Вы где? Блокируем дверь. Джуниор! Помоги! Джуниор! Спасибо. Мне пора. Бек! Бек, я застрял в морге! Бек, ты слышишь меня? Давай, давай! Я не сдохну здесь. Давай. Чувак. Куда он делся? Я не знаю. Они должны быть здесь. Рассредоточься. О, черт. Второй этаж. Олег с отрядом. Скоро они нас найдут. Класс. У нас есть диктофон и нож. О, черт. Проведай Беккета. Лучше на праздники. Не знакомься в Тиндере, там феминистки и истерички. И последнее. Будь добрее к Беккету, он скоро станет отцом. И ты очень рад за него, так что не обижайся. А что до тебя? Тебя покусали, да? Хорошо. Это расплата. Ты убил моего брата. Готовься к смерти, да? Твоя коронка из киношки. Ты уронил. Спасибо. Умеешь пользоваться? Разберусь. Поджарим ублюдков. Стой! Что? Вытащи меня отсюда. Да. Как только спасем маршала. Нет. Если Олег получит исследование, он использует их как оружие. А после этого... нам всем конец. Где Адам? Что за Адам? Ты не знаешь? Быстро распространяется, да? Ты чувствуешь? Это меняет тело и открывает истину. Что ты хочешь?
увидеть, как исчезает душа. О чем ты, а? Очень больно, да? Сначала жжет. Твоя кровь закипает, кажется огненной. Потом увидишь чужие воспоминания, умрешь и воскреснешь, переродившись в Нефилима. Что-то такое покурил. Хочу попробовать, а? Дай мне чуточку, дай папе, поделись. О! Ты забавный парень. Обещаю, я обещаю. Это ненадолго. Но если скажешь, где Адам, я избавлю тебя от страданий. Сказал же, не знаю. Мне нужна помощь! Меня вы здесь не закроете. Меня вы здесь не закроете. Когда он придет, она. Я знаю, знаю, знаю. Мы с ней разберемся. Теперь ты знаешь, так что, пожалуйста. Комната Адама? Да. Здесь его держали. Время был здесь. О, Боже. Но хоть Альфу нашли. Меня вырвет. Джуниор, ты слышишь? Ты кажешься слабым. Давай-ка я помогу тебе. Джуниор. Тут очень толстые стены. Должен быть спутниковый телефон. Работает. Ладно, пройди по туннелю до самой поверхности. Второй этаж. Ты не идешь? Когда выйдешь на поверхность, нажми кнопку. Они тебя найдут. Спасибо. Повторишь мне историю про Адама? Что? У нас же нет времени. Я думаю, время есть. Расскажи мне об Адаме. О том, как его всю жизнь здесь держали, а затем он поубивал всех, чтобы сбежать. Расскажи мне снова, а? Что ты имеешь в виду? Моя жена на 12-й неделе. Ее тошнило всю беременность. Я думал, ты больна. А может, это кровь виновата? Или долбаная тварь, преследовавшая тебя? И вот что я вижу. Зачем Адаму детская кровать в комнате? Ты пугаешь меня. На каком-то сроке. Ты пугаешь меня. Да не ври ты мне! Не смей обманывать. О, Боже! Ah!
На каком ты сроке? На том же, что и твоя жена. Играла с нами. Все время. Ты представляешь, сколько людей погибло, спасая тебя? А что бы ты сделал на моем месте? Имея лишь картинки реального мира и обещание, что однажды выйдешь на свободу! Я не хочу, чтобы мой сын рос в этом месте. И ты их убила? Не всех из них. А это видеозапись. Это миссия. Просто приманка на удочке, чтобы пришли за тобой. Почему? Почему сразу не сказала правду? Я хочу верить, что ты хороший человек. Но ты лгала. Зачем? Ой, простите. Попробуем еще раз. Привет, я Хлоя. Я была создана в лаборатории и заперта на 30 лет, но я убила тюремщиков. Придете меня спасти? Бесплатно. По моему опыту, люди без денег не работают. Что ж, полагаю, вопрос лишь в том, ты дашь мне уйти? Я понимаю мотив. Я сделаю все ради дочки. Поэтому не могу тебя отпустить. У меня будет дочка, а твоя кровь слишком опасна. Ну, давай. Ты хороший человек. Я сожалею, что так вышло. Я тебя не убью. Но из комнаты ты не выйдешь. Маршал был прав. Ты не тот человек. Порой, чтобы победить монстра, нужно самому стать монстром. Страшила. Не то подружка словит. Еще шаг и пуля в голове. Не хочу тебя расстраивать, но эта стерва нам врала. Спасибо, просветил. Убьешь меня, он вас порвет. Не знаешь? Я уже мертв. Thank you.
Олег. Не стреляй. Я не хотела причинять тебе боль. Прости меня. Мне так жаль. Прошу, прости меня. Ты хотела все изменить. Сейчас сделанного тобой уже не исправить. Да, я хочу все изменить. Только немного по-своему. Могло сложиться иначе. Я не хотела убивать тебя, но ты не дал бы мне уйти. Я сделаю твоей дочке тот же подарок, который сделали мне. Она получит семя моего сына.
мертва? Да. Умерла. Что мы скажем людям о произошедшем? Ну, скажем, что случайно здесь оказались. Эй, теперь-то я смогу стать крестным. Что? Ты сказал, я должен быть готов к жертвам. Я только что спас весь мир. Теперь я готов? Да. Да, ты точно подходишь. Вставать собираешься? Или мне тащить тебя по лестнице? Знаешь что, ты иди пока. Я хочу отдохнуть еще немного. Ну хватит, идем. Я никуда не пойду. Я заражен, брат. Поэтому тебе нужно помочь. Помочь нечем. Лекарств нет. Да и черт с ними. Я тебя здесь не брошу, так что идем. Слышишь, вертолет уже здесь. Нам нужно идти. Так что дай мне руку и затащим твою задницу наверх. Ее заперли здесь не случайно. Лекарства нет. Ты этого не знаешь. Я знаю, ты хочешь спасти меня. Но у тебя новая миссия, солдат. Вернуться домой. Ответь мне, Джеймс!